внимание яркого представителя ростовской граффити-сцены. Да? А ты сама? Тоже блогер? Да, у меня камера разбилась. А, ну новую купишь. У меня GoPro точно такая же, только она разбилась. Как же ты умудрился? GoPro противоударная. Граффити? Граффити. Ты рисовал? Сейчас с самого лета, когда туда забирался. С самого лета? Да. Круто. Ну граффити круто. А? Граффити круто. Ладно, удачи тебе. Буду ждать твои выпуски. Вообще Ростов прикольный город, здесь тепло, и граффити рисует, как я понял, немало человек. Много, конечно, относится к нему не очень серьезно, в плане, что еще дети, но и нормальная граффити сцена, не маленькая. Мы вчера гуляли ночью, вот тегели, делали турапы, и с нами было в общей сложности, наверное, чуть больше 20 человек, и мы вот этой всей толпой гуляли, и, короче, везде тегали и делали куски. Многие парни уже взрослые. Был один, кто рисует с 99 года. Поэтому мы сделали много кусков. Да, сейчас понимаю, что, конечно, мне надо было резина, то есть подмог как это давать. Thank you.
Ой, блин. Два дня была нормальная погода. Сегодня пошел снег. Под ногами дерьмо. Фотка нормально. Зарки. Слышал, ты едешь? Надо было ночью показать им, что такое формуха. Слушай, достойно. Она ничего. У них гитара поломанная какая-то. Я настрою струны. Да, эти струны давно настроены. Походу местные пацаны даже на таком рисуют, но это, конечно, жесть. Ну, у каждого свое мировоззрение. Я бы, конечно, на таком рисовать не стал. Что-то не знаю. То, что прикольно есть. Ага. Это местный летеринг. Слава. Слава. А, это second hand, смотри. Это чудо. Может, Лев, напиши на стенке, я не скажу, что я не могу. Да, очень мало, ну, очень много маленьких кусков. Меня по кому-то подтегал. Бля, пацаны, если тегаете за меня, то не надо никого перебивать. Не позорьте! А то к вам придет Спарта, вот. Ну, хорошо, брат. Это пушка вообще, я сейчас путем. Без забора сфоткаю. А что это, дом номер 8, что он за 8-30? Гулять пойдешь? Да не, не сегодня. Все куски вообще испорчены, смотри. Ну вот он дома есть.
Было нормально. А что, это типа туалет ходит? Как это ублюдок? Бля, вот у кого нахуй, ну прикинь, что делать, нет, просто пройти, просто затоить все куски. Да, я что, против бро? Того, чтобы портили рисунки нормальных пацанов, особенно Рэббла. Ну там, добро, пью. Рэббл, брат. Пенис. Вот, вот, смотри, у него на груди хорошо смотрится пенис. Пенис. Слушай, а это что за слияние? Это Обама с кем-то целуется или что? Да, со спазмом. А ты какой осьминог пушечный. Я рисовал. Это галерея уличного искусства в городе Ростов. Прошу заметить, что какой-то, мягко говоря, долбоёб испортил все куски, нарисовав пенисы с ручками. Если ты смотришь это видео, то ты, конечно, дебил знатный, братан. Когда-нибудь тебя кто-нибудь поймает, например, я, когда ты так делаешь, и нарисует пенис на тебе. Вон это вы нарисован. Это гетто войс, пойми. Че котеночка? А вот я, не. Какая тут, конечно, помесь вот таких домов больших и маленьких частных домов, и это везде пересекается. Все затегано. Блять, у вас просто все затегано вот так вообще. Ну, я вам сейчас дом покажу, охуеете, у него кого-то, блядь, снаряд. А вот этот не охуеешь, смотри, вот. Вот он, местный. А фармухи не на улице надо делать? Да, на помойках. О! А мы граффити снимаем. Вы снимайте отсюда, туда не надо. А чё? Автостоянка. Вы не очень приветливы. А как они рисуют это? Это место называется Сквозняк. Это, как сказать, легендарный ростовский хоф, потому что здесь еще одна из первых волн типа граффити тусовалась. Здесь, как я слышал, здесь и Баста, и Каста, и все вот, ну, рэперы и граффитчики вместе тусили, рисовали. И вот они вдохновили
многих начать рисовать граффити. Многое началось именно с этого места. ОБС. Какой год, интересно. Год не подписан. Или он подписан был, но уже есть это. Снизу закоптился. А так в Ростове очень много граффити, просто мега много. Но много вот таких вот небольших кусков. Тут парни любят рисовать такие маленькие куски, но зато везде. И здесь минимальный баф, поэтому просто многое вообще ушатано. Но смотрю, любят друг друга перебивать некоторые. Хотя вот парни основные, вот из серии там Daft, AC, они никогда не перебивают, даже флопы чужие. И это круто. Граффити в городе, говорят, началось вроде в 98 году, первые куски пошли. С железом здесь туго. Поэтому, ну, парни все равно иногда делают, вот из Daft. Они здесь Soul City, Daft, и вот AC, вот, вообще везде, на каждом углу здесь есть. Везде теги, флабы, куски, их просто мега-мега много, их можно сразу назвать Soul City вообще 100%. Ну чё ты, блядь, лиса, ёпта. Смотри, нарисована. Твоя тёлка будущая. А этот жабу пристрелил. И лошадь в кислоте. Лошадь реально в кислоте, смотри. И чел вообще просто с дискотеки едет домой. А, о, Руия. Большой, кстати, кусок. Больших кусков немного. Вот два здоровых нормальных куска по размеру. Да, все хорошо. Я говорю, что бля, да, нормальный цвета вообще. Вот и это. Тоже кайфовый размер. И цвета пушка вообще. Он с 99-го рисует. Ну, все, не было, но есть, а, нет.
Откуда это все? Это все же настоящее, да? Да. Они все приезжали или просто? Нет. Кто присылал, кто приезжал. Это пушка. Всякие штаны в рамочках или там. Раска на салфетке. Стринги от бузика. А банки почем? Банки 265, Артон 320, Монтана Блэк 420. Нормально. А ультравайс как все? 770, по-моему, или 760, что такое там, разница. Сейчас скажу точно. Я понял. Слушай, нормально. Гера. О, что это? Капа. А, тут типа все сразу это отсеяно. Ну, все, что нужно. Уток? Дари добро, бро! Ой, кисака наклеили. Где? Блять, смотри, как они мрамор просто портят, блять, ну просто посмотри на это. Это же просто, блять, ну, охуительная поверхность. Нахуй на нее вообще тегать. Блять, ну это просто, смотри. Фиграйте оформление, блять, поймите. А как тебе вот это, смотри? God damn! Тут уже Векман. Город очень сильно затеган, просто очень много ташков. Очень много ташков очень много ташков прям по стеклам, по мрамору, по плитке, очень много таких мест, которые вот прям затеганы в мясо просто вообще. Немного странно, конечно, жестко это, но местные пацаны не борются. Тегают на всем, где удобно тегать. Ночью рисовали здесь место большим трафиком, и было дофига вот там тоже тачек. Так, конечно, много, как сейчас, но негатива не было, все бибикали, махали рукой, и было прикольно. Ну, конечно, нас было а-ля человек 15, поэтому это тоже, я думаю, сказалось на реакцию людей. Был бы вдвоем, может быть, съели бы.
сзади, пока красный. В общем, Ростов — город, в который хочется вернуться и порисовать еще. Поэтому, если буду как-нибудь ехать мимо по М4 на юг, то обязательно заеду. Потому что здесь круто, парни гостеприимные. Мест много, бафом почти нет. Русус из бунтов. С Москвы. Александр Третий. Опять моя точка. Насчет бафа, кстати, один из местных рассказал мне интересную историю, что, знаете, как у коммерческих магазинов, если ты рисуешь на магазине, там, не знаю, на их жалюзях, на чем-то еще, то если хозяин этого магазина или заведения не устранит граффити, то ему могут дать штраф за ненадлежащий вид фасада, там, или что-то, ну, это еще там ролетов каких-нибудь, поэтому их обязывают самих это устранять. Тут же был случай, когда на доме на одном просто частном рисуют граффити, ну не частном, а там квартир сколько-то, 10, вроде говорили, или 8. И штраф дали на жильцов, причем не маленький, там в районе там что-то 200 чем-то тысяч, по-моему, то ли около 30 на каждую квартиру. И если, то есть, жильцы не устраняют граффити, то им давали штраф. Я, насколько я знаю, они там осудились, что-то еще. Как это все кончилось, я не знаю. Но вообще это интересная практика, на самом деле, если так делать, то все жильцы будут просто против граффити постоянно, и они будут прям, ну, бороться. Но вообще это, конечно, незаконно. Потому что, я не знаю, если ты, не знаю, там, вот, я припаркую здесь машину вот этого дома, ее угонят, что жильцы мне будут скидываться на новую машину? Что не они виноваты, что просто какое-то преступление, скажем, или там, они не могут сидеть, смотреть в окно, чтобы граффити не рисовали. Или тратить постоянно деньги на краску, закрашивание всего этого. Поэтому это какой-то бред, но вот в Ростове такой случай был, и он такой резонансный. Поэтому привлек внимание. Прощай, Ростов.